Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня тайное послание руны Урус. Сегодня день жизненной энергии и начало новой судьбы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 5 июня – день, когда энергия руны Урус, символа силы, жизненной энергии и начала, особенно сильна. Это мощный день для того, чтобы начать новые проекты, принять решительный шаг и принести в свою жизнь кардинальные изменения. Что принесет нам этот день? Взрыв энергии. Руна Урус дарует вам прилив сил, вдохновение. Это отличное время для того, чтобы начать новый проект, устранить препятствия и смело двигаться вперед с уверенностью. Пробуждение внутренней силы. Данный знак помогает вам раскрыть свой потенциал, принять свои сильные стороны и поверить в свои силы. Это отличное время для того, чтобы устранить сомнения, двигаться к своим целям с уверенностью. А также данный знак символизирует начало нового цикла. Это отличный день для того, чтобы начать что-то новое в своей жизни, будь то отношения, карьера или личные проекты. Как нужно использовать силу руны на сегодня? Медитация. Визуализируйте руну Урус и представьте, как ее энергия наполняет вас силой и вдохновением. Обязательно повторяйте в течение дня аффирмации, направленные на увеличение силы и уверенности в себе. Например, такие: «Я сильна и могу достичь всего, что я захочу. Я наполнена жизненной энергией и готова к новым началам». Также сегодня в течение всего дня, для того, чтобы вам помогала руна Урус, нужно сделать следующее. Берем листок бумаги, на нем пишем руну Урус. Далее проговариваем такой оговор. Силой руны Урус я привлекаю в своей жизни силу, жизненную энергию и новые возможности. Я готова к изменениям и уверена в своих силах. Так будет и так есть. Говорим один раз, далее листок убираем в карман и держим при себе так целый день. Вечером сжигаем. Все. И вот данный знак обязательно вам сегодня поможет достичь всех своих целей.